Привет, меня зовут Алина, я из Украины, из чудесного города Александрия. Изначально мы отсняли весь материал. Какая я девочка? Матвеева Алина, 13 лет, из Александрия. Мои победы на национальных конкурсах. У тебя все получится. Мои фотосессии. Мое любимое занятие – шопинг. Но когда весь материал о том, что я умница и красавица, был отснят, я поняла. Алина, что ты снимаешь? Что ты делаешь? Да, конечно, мир знает, кто ты. Но что ты сможешь изменить в мире этим клипом? Ничего. Тогда в чем смысл, Алина? Выбрасываем весь материал. Не хочу про себя клип. Ты как считаешь? Ты думаешь, стоит про это снимать? Да, конечно. Мы должны бросить вызов гламурным фифам в шубах и коже. Мы должны донести миру, что это жестоко и страшно. Милые женщины, я не ношу натуральные шубы и кожаную обувь. И это не помешает мне добиться успеха в модельном движении и школе. Я призываю отказаться от убийств животных ради меха и кожи. Мир не стоит на месте. Уже даже многие дизайнеры не используют эти материалы в своих коллекциях. Если хоть один человек откажется от меха и кожи, то это уже маленькая победа.